Готовую в барах, но я не прорубик. Я кулинар, у меня есть изюмин. Готов не так крупно заботить о публике. Я делаю пресс, знаешь, я не про кубик. Пишу то, что было недавно из тюбика. Я перескал старый текст своих думок. Мои эти панчи прям шляно придумывал. Ты хочешь, как я, но боишься попробовать. Собрал весь пирог и не дал вам попробовать. Как батек, и ты слушаешь проповедь. Время еды я поужинал опами. Хочешь, как я, все из новой коллекции. Мы идем за баблом, сука, будто коллекторы. На моих плечах, сука, облако крешет. Я делаю между, но ближе к хай-фэшн. Движение без крыши, и я сейчас на кабрике. Делаю вещи, как будто на фабрике. Вы, блядь, нули вас прибавил на балике. Убрал тебе строчки, я будто бы мадрил. Я сука писала с утра ночью по столам. Мне так смешно, правда, я сейчас по столам. На свою тиму я будто бы кастолом. Я повлиял на успех, но не в пацанов. Фэкла машина, как будто трансформер. Давай, давай, давай. Трап – это музон для ублюдков, Назар. Поэтому трапчик и ублюдок. Назар должен быть везде, а чувакам некоторым нужно на него будет тоже смотреть, ну как бы как он вообще себя ведет. Типа. Да и вообще я буду сам его анализировать. Там, Даша скинула шестерых, я троих сразу забрил там. Я видел. Нужно в этом участвовать в любом случае, ну Назару тоже. А они их отобрали, видишь? Ты их, мне кажется, просто иначе себе представляешь еще. Да, возможно. Ну, по вот этим фоткам. Да, понятно. Деле, я вижу типа, я вижу, какой он в жизни, скорее всего. И типа, ну, будет видно по каким-то. Ну а как ты можешь объективно себя сравнить с другим человеком, ты себя видишь иначе со стороны. Как вот ты можешь так сравнить? Да, вижу, я тоже. Не, Назар, ты так не работаешь. Я вижу, что он взрослый пиздец, и он будет, ну, совершенно не похож. Ты его не представляешь, что у него есть некий грим, у него есть другая прическа. Ну, то есть ты же. Ты типа же его замажут. Он типа он будет в одежде, кто-то будет вообще съемки. В маске. Доктора Ханыга меня сейчас. Ханыга. Короче, у нас есть такая тема. Мы делаем кольцо на обложку. То есть у нас будет чемпионский перстень на обложке. Правда. Приятно. Салона есть вода? Ну там давай, давай, не за команду. Что чемпионский перстень? В работе? Ну не в работе, нет, а вот типа их же дарят там без. По-разному. Я разговаривал. Бриллианты и золото. Я разговаривал с чуваком, последний раз они отдавали за 75 тысяч долларов. Посмотри. Вот так вот. Может, на номер правильно? Зачем вот это кольцо крутое, что, ну, помимо того, что здесь есть надписи в обрамлении, они вот так уходят на боковые уже, видите, типа. Ну, обтекают. Это классика, типа их, да. Но это выглядит пиздец. Вот это мне очень нравится всегда. Но она не всегда классно выглядит в реальности. Да. Вот, тут еще же от, зависит от ракурса. От формы еще зависит очень сильно. От формы. Да. Да, Фрутик вообще всегда у всех на респекте. Самая пацанская программа. Бэкш. Фу, ну слайсы это части. Что такое машпит? Ну я думаю, что вальс это что-то. Ну вальс это понятно. Ну вальс понятно. Хорошо. Машпит это может быть движение какое-то. А Бакш это что-то, это какое-то, это имя, Бакш это кто-то. Здесь вообще самое сложное. Ну слайс это понятно, да, это на части. На мне морозилка, я Айсман, лыжная маска, я Бакш. Легко, на мне морозилка, я Айсман, ну то есть я, ну там, лыж, ну там, ледовый человек, лыжная маска, я Вальсбах, ну то все ясно. Все. Там рейсики типа. На этом стены построил. Бэкс, бэкс. На тачке прям подъехал. Даже не дослушал до дропа? Да какая? Да там может какой-нибудь, знаешь, будет. Там водитель. Едем с открытой крышей.
Как Ретро Джордан раздвигает ноги. Ну за ретро засчитать, ретро какой-то стилет. Ну блять, я кроме Джордана в ретро, что за ретро ощущаешь? Это машина. Это машина, это карма. Это очень готовая. Давай записываем, погнали. Я хожу в маске, а они меня знают. Ты даже без маски, но тебя не знают. Ну-ка, давай послушаем, что там нахуй было, слышишь? Что-то было, да, там? Было, было. Man's no hot. Сука, Эйр Джордан раздвигает ноги. Дженеры тапки, но я сам как ноги. На этой машине едем по дороге. Сука, ты не слушай, но мы будем громко. На столе пятерка, я не аконсорю. Я собрал все эти кольца, будто Соник. Сука, Эйр Джордан раздвигает ноги. На мне ретро тапки, я выбираю ноги. На мне ретро тапки, я со мной. На мне ретро тапки, но я все равно. На мне ретро тапки, но я сам как ноги. Все эти суки на Гоусте, все эти суки на Гоча, все эти суки на Эйви. I'm saying you got money, so you can buy it. Никто не заметил подмены, как ловко ты прыгаешь с темы. Мои увлечения рэпом добавили только проблемы. На мне теперь с ней взял пот. Не спеши называть меня кентом. Малышка, прости, я не готов. Не спешу кольцо, будто Леброн. We need this shit. It's not this banger. McDonald's. My favorite video and favorite song. Minimalistic. Ты сказал там на видео, Серега, прости. Серега, прости, что я, что 800 гигабайт. 800 гигабайт. Мы курим запасы, взрываем этот бут, как как-то на мне, как колдер, опы слили мой номер. Владеет искусством, как шулер, облака пока шиновый. Come on, you know the vibes. I work in London. You know the vibes, getting fucking cracking right now. You already know. Gang. This moment is perfect.
But this moment I think little bit strange. It sounds strange. Do you want it to be gone? Remove it completely? Maybe turn mute. Или мой номер, владец густым, как шулер, обла пропал, как шиноби. Сезоны дождей, тут я как синоптик, возьми этот зонтик. Скимас, тут горы, так же в Москве, как зомби. Хочу эти стейки, я увеличил фишки на стейки. Отличная сделка, если я вложил в это деньги. Теперь я позволить могу все то, о чем мечтал в детстве. Бейсман, you pagan, ты не получишь ни перстня. Let's go, let's go, ты не получишь ни перстня. Не нужны пятки, сделал шат как селфи. Это сука, бэнки, меня душат цепки. Мани джам, как слэм-данк, я поставил цепки. Не ошибся, для них это как канал. Областал выше, развился как покемон. Буду с тобой, детка, мега, как Паралу. А то жестко трахнуть, пропаду Фигаро. Я стал зависим, пропал в этих играх. Я говорю про блески у мигров. Сделал всегда так, не новая фишка. Я забыл, кроме меня новые фишки. Я с твоей бэй, тут и ты будешь лишний. Лага на мне, и я шефа поближе. Кто-то не нравится, ты просто обижен. Слышь, ты умрешь, даже тупо от сижа. Хоть закончился, слышь мне до лампочки. Лёд за рукав, там всегда нужна папочка. Этот бедом, мой рифмую прям в тапочках. Рядом стоите, молчите, бля, в тряпочках. Ты чё-то мне, это будет из полого. Думай получше, тебе нету резона, бля. Ты же пиздёшь, что и это не новость. Всего лишь художник бабло нарисовано. Нарисовал как дизайнер. Залез в её мозг, она даёт мне экзамен.